Доля малого и среднего бизнеса у валовым внутренним продукте сегодня складая маль чверть. И на думку экспертов, она может значно узрасти. Главное, что для этого необходимо бизнесменам это подтримка и, в первую очередь, финансовая. Тому именно финансисты и выступили организаторами регионального форума, на который были запрошены представники бизнеса из всей области. Этот бизнес намного мобильнее, чем крупный бизнес. То есть они очень чувствуют среду, в которой находятся. Соответственно, вот мы почему сюда идем, нам приходится тоже быстро поворачиваться в ту сторону, куда идет бизнес, потому что цель банка – помогать бизнесу развиваться. Тенденция развития кредитных продуктов – одно из основных питаний форума и наибольш цікавное для предпринимальников. До банковского кредитования изучали лизинги, то есть лизинговое кредитование. А в последнее время сотрудничаем уже три года, наверное, берем именно кредиты на развитие бизнеса. Возможно, что еще что-то новое почерпнем. Новым накерунком финансисты представили крауд-экономику, инструментом якой является краудфандинг, что означает коллективное финансование проектов. Ти говорячи простой мовой – складчину, коли любой человек может укласти свои сродки у финансовании нечих идей. Это сучасная альтернатива банковскому кредиту. Супрацовники банка упэўнены, менавіта крауд-экономика стане экономикой будучыни. Краунд-экономика на сегодняшний день дает возможность максимально приблизить потребителя и производителя. Краунд-экономика на сегодняшний день дает возможность снизить издержки производства. И краунд-экономика, она основывается на экономике предзаказа. То есть она позволит решить вопрос перепроизводства товаров народного потребления. Активными партнерами финансистов у новой справы являются IT-компании. Мы, в частности, разрабатываем программное обеспечение для этого бизнеса. Мы в этом участвуем, естественно, разрабатывая этот бизнес. Мы тоже получаем определенную финансовую прибыль. То есть новые проекты, то, что требуется банку, то, что требуется на современном рынке, благодаря нашей, с помощью нашей компании, значит, воплощаются в реальные проекты. Разглядели на форуме и пытание компетенции лидера, и пытание обороны бизнесу. Организаторы уверены, подобные диалоги просто размовы не застанутся, а дадут штуршок новым идеям и посприяют эффективному развитию малого и среднего бизнеса. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».